Французский поставщик компьютерных услуг Atos предложил 620 миллионов евро за приобретение своего конкурента и соотечественника Буль. Atos готов заплатить по 4 евро 90 центов за каждую акцию Буль, что на 30% выше рыночной цены этих бумаг на момент закрытия торгов в пятницу. Два основных акционера компании, совет директоров, уже дали добро на сделку. Если слияние состоится, на свет появится европейский лидер. На динамичном и перспективном рынке кибербезопасности и облачных сервисов компания сможет бросить вызов американским соперникам. Акции Буль на бирже в Париже подскочили на 20%.